добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как поднимать предметы с пола и вообще, стоит ли их поднимать. Конечно же, многие работы заключаются в том, чтобы поднимать объекты, и их надо поднимать быстро. А те же муверы, как их называют? Забыл даже, как называют муверы. Это, скорее всего, грузчики. И, значит, что делаем мы? Конечно же, чтобы сэкономить время, мы, скорее всего, нагибаемся, пытаемся поднять, поворачиваться. И это приводит к большим последствиям, к большим травмам, потому что, когда мы нагружаем позвоночник и начинаем крутиться, то это может привести к огромной травме. Поэтому самый лучший способ поднимать вещи – это, конечно же, приседание. То есть приседание, захват и, конечно же, фиксация, как у борцов. И напрягаем наши ягодичные мышцы и выталкиваем с помощью ног. Наша спина все время прямо. И делаем развороты, и куда мы хотим направить. Также мы ложим. Мы приседаем и отпускаем наш объект. То есть мы никогда не нагибаемся за ним, не делаем лин вперед и такой же твист, то есть такой же поворот. Это приводит, сейчас покажу к чему. Если мы обратим внимание, вот у нас здесь находятся суставы. Это илиосакральный сустав, то есть он находится между крестцом и илием, нашей большой бедровой костью. И когда мы нагибаемся и поднимаем объект и пытаемся, то есть у нас сместился центр тяжести, мы нагрузили свой позвоночник, и теперь мы пытаемся встать, и, конечно же, он не закрывается так, как должен закрываться, потому что мы уже добавили вес, и это вызывает большую, огромную боль. Или наоборот, когда мы пытаемся поднять, то есть после 30 используйте свои ноги, не используйте свою спину, используйте ягодичные мышцы. И, конечно же, вы видите, сколько здесь отростков идет, и вызывает огромные боли. Огромные боли, также это вызывает грыжу или тот же болч, дисковой болч на нашем позвоночнике. Почему? Потому что, как я сказал, нагружаем позвоночник и пытаемся раскручиваться. Эта зона должна быть стабильной, не мобильной. Мобильной это должна быть грудная клетка и наши хипсы. Поэтому это очень важно. Поэтому это очень важно поднимать предметы с пола или вообще. Поэтому это очень важно делать это правильно. Я знаю, что мы экономим время, пытаемся экономить время в эти сумасшедшие скорости, но потом вы будете дольше делать rehab, то есть восстанавливать свой позвоночник, восстанавливать свое здоровье, чем, конечно же, делать неправильно. Поэтому делаем правильно, остаемся здоровыми. Спасибо, что смотрим. Thank you.